получили средства регионального бюджета 16 миллионов. В 2019 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» будет реализовано мероприятие создания образовательных организаций условий для занятий физической культурой и спортом. Это ремонт спортивных залов, значит, финансирование 21 миллион 842 тысячи, из них средства федерального бюджета 20 миллионов 532 тысячи, и средства республиканского бюджета 1 310 тысяч. Также Министерство образования и науки Республики Калмыкия в целях реализации национального проекта «Демография» в части регионального проекта «Содействие занятости женщин в создании условий дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет» реализуется мероприятие создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с общим объемом финансирования в 2019 году это 140 миллионов 391 тысяч. Из них средства федерального бюджета составят 131 миллиона 967 тысяч рублей, средства республиканского бюджета 8 миллионов 423 тысячи. Значит, в настоящее время Министерство ведется уже работа по реализации данного направления, значит, конкурсы объявлены, значит, работа ведется. Значит, в 2018-2019 году из федерального бюджета, бюджета Республики Калмыкия предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам, значит, дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в объеме 244 миллиона 041 тысяч рублей, в том числе в 2018 году 112 миллионов 73 тысячи рублей, в 2019 году 131 миллион 967 тысяч. Значит, данные средства направлены на строительство 8 пристроек, зданий, функционирующих дошкольных образовательных организаций на 320 мест и строительство дошкольной образовательной организации на 80 мест по улице Серова в городе Листа на 48 миллионов. Все? Да. Как только появятся паспорта проекта, все федеральные паспорта, вот они обещают уже как бы всю неделю, мы готовы по всем паспортам. Ну, это относится ко всем коллегам, которые задействованы, а мы практически все задействованы. Значит, федеральные проекты «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Цифровизация», «Цифровое образование», «Новые возможности», «Социальная активность». Социальные лифты, экспорт. Да, вы их не озвучили. Да. Это означает, что мы не принимаем участие. Да я не правильно говорю, что я назвал только четыре вот перед глазами. Мы заявились на 4 из 10. Почему? Нам это не нужно, да? Нам нужно, но по финансовым средствам, которые выделяются по этим направлениям, значит, пока мы не согласовали вопрос с федеральным центром. У них нет паспортов, они не могут нам цифры назвать. Какие одну деньги? Секунду. Вот здесь передо мной четкие критерии отбора. Здесь сейчас о финансах речи нет. А заявки субъекта. Критерии все имеются, которые нужно от субъекта требовать. Вот они. Поднимите, если у вас там планшет или еще хорошо. Что-то есть. Андрей Александрович, объявляю вам выговор за безответственное отношение к поручению. Все критерии намечены, здесь речи нет. Но почему-то все федеральные программы, которые есть, 10 их, вы заявляетесь только в 4. Что получается, нам экспорт образования не нужен? Или... Новые возможности, социальные лифты, учитель будущего, молодые профессионалы, профессиональное обрушение, образование. Нет, нельзя. Значит, к следующему нашему совещанию я требую, чтобы все заявки были поданы. Предварительно по согласованию со мной. Так, демография. Арзетиева Марина Николаевна, пожалуйста.